друзья, ну слишком узко, но оно того стоит. Справа вот сейчас, а за деревьями не видно, за деревом как раз такой вот то ли замок, то ли ну что-то такое вот интересное. Кстати, такие вот виражи, понемногу спускаемся, все настолько узенько так, но ничего, проходим нормально. Повторюсь, это дорога номер 13 и в сторону Ингольштадта. Жалко, конечно, не видно было за деревом эту крепость. И мы вот так вот, наверное, вдоль скалы вот этой вот потихонечку будем спускаться. По-моему, если не ошибаюсь, Айхштадт, по-моему, вот как-то так. Выгрузка, все произошло, все хорошо, все прекрасно. Вы превышаете допустимую скорость. Имеем загрузочку. И загрузка где-то в районе Пассау, вот туда, и там перебежка 240 километров на пусто. Кстати, вот этот вот сейчас замок, если будет видно, конечно, сейчас за деревом по правой стороне. Ну, видите, там просто сверху так было интересно. Просматривается. Так вот, будем грузиться, а там магазин, нам прямо, да, магазин бассейном вроде вот такой, то есть и будем буквально там от загрузки до выгрузки 100 километров, по-моему, но у меня фиксированы доставка, время 7 часов утра выгрузка, то есть вроде бы на пусто перебежка больше в два раза расстояние, нежели сама доставка. Ну, не знаю, вот цена этого фракта, как же она, какова стоимость, плюс же, ну, все равно нужно как-то тянуть меня в сторону базы, в сторону дома, ну, именно до, ну, базы, потому что нужно укомплектовать автомобиль. Что не все есть, что положено, а именно нету пластиковых уголочков, метелки нету, нету лестницы нету, вот там еще резина есть, но маловато как бы, что-то еще такого вот. А, и уголков этих каблучков, которые под, ну, в машине нету его, вот эти вот противооткатные каблуки такие, каблуки, вернее, так, на прицепе только один, но нужно еще два штуки, как бы, на машину, ну, в идеале вообще четыре, но минимально три, конечно, так вот, вот, слева, кстати, такой вот, то ли паровозик или что-то такое вот, колечко такое было интересно. Вообще такие места вот, смотрите, ну прекрасно. Германия, она прекрасна, как и Австрия, как и Швейцария, Италия, все классно. Польша тоже. Ну, видите, вот эти вот домики, вот как вот, видите, выстроили два, третий где-то этаж, вот там под верхом, вот там вот. Не знаю, ну, то ли какая-то спальня, то ли просто, может, какая-то игровая комната, может быть, честно, даже не знаю. Ну, вот. Ну и самое главное в автомобиле еще вот надо вот этот прибор, который для оплаты дорог, которого нету. Вот, все-таки до сих пор мне приходится вручную через аппликацию это прокладывать. Совмещать с навигацией, вот именно как та ведет, как там бывает, все равно вот здесь вроде бы ты вот здесь за эту дорогу вот направо, вот налево, как говорится, уплочено у тебя, а там ремонт, ремонт и объезд дальше вот так вот. Ну, видите, готовьтесь, в этом плане немцы как-то насчет толерантны, ехать на дорогу с круговым вот, не знаю, опять, ну, как бы это,
по оплате все это, если все пройдет, конечно, хорошо, то хорошо, но венгры там очень щепетильно, каждый съезд буквально рвут и метают, и такие штрафы, если ты не, ну, не заплатил до того съезда, а ты то ли ближе съехал, то ли дальше, какие-то там, ну, поговаривают опять ребята, то есть я лично с этим не сталкивался, но а вот столкнулся с австрийским боксом, вот так как оно есть, мой косяк и все, так что лучше иметь вот эти боксы, которые по оплате дорог, через 100 метров, чтобы оно автоматически все снимало, так что движение, а затем съедьте, используя первый съезд. Все-таки лучше иметь его в наличии. Используйте первый съезд. Доедьте 1,2 километра. Едем дальше. Вроде бы как бы и выехали из этого городочка. Ну а по левой стороне вот там промзона получается. Разные фирмы и разное все. Может, я сильно разогнался, конечно. 80. Тут надо ехать 70. Ну, картинка, конечно, классная. Урожай собирают. Притом сегодня 10 мая. Вот, видите, уже покосили. Какой-то старенький авто. Реально, вот этот сарайчик или домик, ну крыша вот какой-то вот скос, могли бы, конечно, как-то урезать чуть-чуть и... Так вроде специально, да, хотя бы и световой отражатель поставили, но я думаю, там некоторые попадались уже, то, что сносили, и человек из-за этого, может, какую-то страховку имел или имеет. Thank you.
конечный пункт через 800 метров. Так, велосипедист, как бы с тобой разминуться? Отлично, отлично. Пятьсот метров до фирмы. Вроде смотрел, как какой-то бассейн или ванну такую большую какую-то буду, ну, вернее, они производят. Значит, чем-то будем грузиться. Двести метров слева. Вы прибудете в конечный пункт через 100 метров. Где-то вот здесь. Ладно, вы, друзья, отключаюсь. Конечного пункта. Друзья, получается, что не туда приехали. Как бы, да, я приехал туда, как бы на фирму, все, но едем вот буквально за человеком на белом BMW, скорее всего, это. Или что у нас такое за автомобиль. И едем за ним. Ну, главное, что меня сегодня загрузят, и это хорошо. Вот. Да, это, по-моему, Бэха семерка. Вот, если не ошибаюсь. Ну, симпатичная. Может быть, пятерка. Такая вот. Пара-барам-пам. Въехал, все четенько. Вы превышаете допустимую скорость. Тридцать километров в час. Только вот я не знаю. А, вот тут недалеко, вот поворачивает направо. С таким заездом. Там, блин, куда? А чё ж так, эх, ёлки-палки. Вай-вай-вай-вай-вай-вай-вай. Ладно, будем правую сторону открываться. Ладно, выключи. GoPro стоп видео.